Всем ароматного чая. С вами я, Тюльпан. Сегодня мы будем разбирать новый эксклюзивный кадр о 7-й серии. Также разберем о ней инфу, выход серии и многое другое. Ну а перед началом разбора я хочу вам порекомендовать мой телеграм-канал. Там можно узнать немного о моей жизни, также посмотреть интересные теории и что вообще происходит на моем канале. Ревью для ролика делал вот этот человек, а музыку делал Дилет. Он тоже у вас на экране. Ну и погнали в разбор. Ну и вот он, этот слив. Это первый слив, который показывает нам карту СБР и других государств. Но просто так мы тут ничего не поймем. Нам нужно прибавить еще не эксклюзивный кадр. И у нас получится вот так. Мы видим, что карты чуть-чуть отличаются, но это не важно. Мы видим то, что Брадольск находится почти возле зоны захвата. А то есть скоро будут за него бои. Чахово захвачено более чем на 50%. Также уже захватили Банановград и Бибизянкино. Мне кажется, что капибары хотят протиснуться сквозь Чахово и попасть в Альфа-Сити. Это легко сказать, но сложно сделать, потому что на пути есть еще отряды ЭОП. И вот карта их расположений. Мы видим то, что тут слишком много отрядов, и разумнее было бы пройти с запада. Также хочу отметить то, что отряды Центрии пойдут на атаку к капибарам. Инфа по поводу серии. Серия выйдет позже 20 или же 20. Больше я ничего не знаю. Но победитель моего конкурса в телеграме этого брада зовут Кинс. И вот что он сделал. Не поленись и свяжись со мной. Ну спасибо за просмотр и всем пока.